Привет, друзья! Посмотрите, какой меня сегодня с утра ждал интересный, шикарный подарочек. Ну, две конфетки я, конечно, уже съела с кофе. Посмотрите, какие интересные, красивые конфетки и очень-очень вкусные. Вот такие семена арбузиков. Но это уже арбузики будут на следующий год. Огурчики еще посажу в этом году, две штучки. Видите, даже как интересно сделаны огурчики. Тоже на ленточке, на такой. Прикольно. И самое интересное... Вот такая вот штучка. Вот такая вот штучка для сушки овощей. Не сушилка для овощей, а вот так вот, смотрите, там такая мисочка. Потом, когда буду пользоваться, нарву в огороде салатика, вам обязательно вам все покажу. Расскажу, раскрою и покажу. Посмотрите, какая интересная штука. Вот такая вот. Вот такой подарочек сделала мне маленькая Люда. Огромное ей спасибо, конечно. Неожиданно. Вот такая красота. Меня сегодня поджидала с утра. Вышла на улицу. Холодина жуткая. Ветер жуткий. Вообще кошмар. Буду дальше заниматься своими кустами. Вон травище убирать, камни доставать. И все тут оккультуривать. А потом пойдем в теплицу срезать пекинскую капусту. Наверное, она там ахала завесит. Друзья, посмотрите, как дружненько взошла матиола моя. Ой, ура! Главное, чтобы сейчас никто ее тут не съел, никакие муравьи. Потому что муравьи тут шастают. Хотя я здесь вон и посыпала за камнем, и везде, по-моему, они ничего не боятся. Не знаю, чем их тут выводить. Только кипятком заливать. Что, друзья, перебралась я в этот район. Видите, заросло большой травой, сотом. Сейчас быстренько всю эту траву подберу и будем прикапывать. Так, друзья, у меня технология такая. Сначала лопаткой подкапываю большое зелье, его выбираю. Вот так вот лопаткой аккуратненько. Потом беру свой секач, секачом. Раз-раз-раз-раз-раз, мелкое зелье, подрубаю. Убираю корни его из земли. И вот такая красота получается. Потом побольше, которое выбираю, опять же руками. Потом иду за граблями, и это все быстренько сгребаю в кучку. И получается очень быстро очистить от травы свой участочек земли. Потом выкапываю ямку, и в эту ямку загребаю эту траву, и все, заравниваю, закапываю, все, травы как и не было. Она там перепреет, перегниет, и все, будет красота. Вот так вот быстренько я умею обрабатывать свои участочки. У меня свои собственные технологии. Так что вот так вот. Ну, видите? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Раз-раз-раз-раз-раз. Все. Красота. Все готово. Ну что, друзья, видите, как я по-быстрому тут все расчистила. Крупное зелье подкопала лопатой. Мелкое секачом, граблями сгребла в кучку, там закопала в яму. И вот так вот дело идет. По-быстрому. Сейчас профессор будет перекапывать. Пока профессор злой копает, поеду за компостом. Посмотрите, что откопали. Уже не одно, кстати. Древоточец пахучий, пишет интернет. Куколка бабочки какой-то, видите? Тоже в земле сидит. Всякая зараза. Смотрите, помощник копал, избежал. Только тапки остались. Текал, только пятки сверкали. Говорит, я работник умственного труда. Копание это не мое. Но зато смотрите, как красиво мне вскопал грядку. Так, здесь траву я все убрала вдоль забора. Ежевику пока оставила. Она может там земли дать корешочки. Потому что, смотрите, вот в этой вот, видите, вон из земли вылезает корешочек. Вот на следующий год на нем, если что, будут ягодки. Если он вырастет. Этот пока непонятно. Те два тоже непонятно. Виноград, естественно, загнулся благополучно. Сейчас я вам покажу, что я тут полола и откопала случайно. Или тыкву. Кабачков у меня здесь вроде не сидело. Может, разве что закапывала какие плохие землю. Не знаю, короче. Но листья большие. Что-то откопала такое вот такое интересное. То ли тыква, то ли кабачок, то ли что. И вот сюда посадила аккуратненько. Вот такая красота. Видите, какая грядка хорошенькая.
сейчас будем косить и этот кусок будем травой весь укладывать, потому что тут такая низина. Пускай тут копать не будем, траву убирать не будем. А там дальше еще подкопаем немножко. Пока там Саша косит на горочке вдалеке, я вот компост набрала, туда решила не подсыпать. И сейчас ведром по чуть-чуть буду подсыпать вот эту грядочку, где у меня будет морковка. И, наверное, один отсек придется отдать под эту чуфу экспериментальную, бы не знаю, куда ее посадить. Или посажу там, где перекопали. Еще не подумала хорошенько, еще почитаю про нее досконально более. Так что выгружаю пока компост. Так, ну что, двумя тачками компоста я заполнила сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре отсека. Остается еще один, ну и немножко сюда подобавляю, то есть мне надо еще привезти одну тачку земли. И потом мне надо так, какого числа? 5, 6, 4, что-то вот в этих числах надо перекопать, чтобы оно потом обселось. И 9 июня я посею морковку. Но это можно сеять только тем, у кого можно ее убирать в октябре. А кому нельзя так поздно убирать, то надо сеять, конечно, гораздо раньше. В начале мая, в конце апреля. Как у кого получается. Мы раньше всегда сеяли 9 июня, и получалась очень хорошая морковка. Так что в этом году проэкспериментируем. Там чуть-чуть я посеяла на ранний урожай. Остальную посею 9 июня. Главное не забыть. Сейчас поеду еще за одной тачкой компоста. За последней. Все, привезла третью тачку. Все доделала. Все заровняла. Хорошенечко туда подбавила чуть-чуть. Все, теперь буду ждать дня X, когда буду перекапывать. И весь газон мы с Сашей выкосили. Где он один, где я ему помогала шнур держать, короче. Посмотрите, какая кругом красота. Надо еще вон собрать эти большие кучи вон травы. Там, где Саша ножницами постриг чуть-чуть вокруг кустов. И мне останется триммером немножко вдоль бордюрчиков, где вдоль камешков чуть-чуть подровнять. Сегодня я уже это делать не буду. На улице жуткий холод. Я опять одела зимнюю байку. И это самое, пойду рассаду прятать в теплицу. Не исключено, что будет мороз. Очень холодно на улице. Вот этот кусочек мы решили, тут не будем ничего низина, не перекапывать. Я где трава вылезла, подколола. И сюда будем высыпать траву все время. Вот так вот будем повышать, повышать его, повышать. Пусть она тут лежит, перепревает, что хочет делает. Там буду сажать что-то. Здесь тоже буду сажать, там чуть-чуть буду докопать, завтра Саша будет докопать. Вот. И все, и будет красота. Пойду прятать рассаду в теплицу. Ну что, друзья, в теплице опять дурдом. Хорошо, что место есть хоть. Все, опять притащила сюда, а кое-что занесла в гараж, что уже сюда, чтобы был доступ полить, потому что придется завтра, наверное, здесь постоять. До понедельника хотя бы, а там видно будет, что будет происходить с этой погодой. Пекинку уже сегодня не буду вырезать на ночь, глядя, завтра вырежем, взвесим, посмотрим, что там у меня за пекинка уродилась. Помидоры лесом, говорят, что могут жировать из-за густоты. Вон те крайние, скорее всего, я посадила густовато. В прошлом году они у меня здесь в один ряд сидели, средние грядки. А там вначале здесь в один ряд, а там я посадила в два. Ну, в смысле, в шахматном порядке. Но все равно, наверное, им там тесно. В общем, короче, поливать пока не буду. Посмотрим, как они себя будут вести. Даже самое уже интересно. Жруют они, не жруют. Еще ж понимать надо, что это значит. Со всех сторон, со всех боков. Так что вот такие вот дела. Надо идти еще что-то думать, что на ужин. Еще можно полить немножко хотя бы лук. Даже не знаю, под мороз. А, еще пойду огурцы накрою бутылками и кабачки. И все, больше ничего укрывать не буду. Что будет, то будет, как говорится. Все, друзья, а вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!